освещает наши сердца. Пусть не угасает сила твоя. Красота пленяет, обновляет меня. На берегу великого Байкала все дороги стремятся сюда, это как путь в небеса. Бывает долгим, сложным, но приятно. Побывав здесь, не захочется обратно. Байкал — это открытые небеса. Здесь свершаются чудеса. Море жизни, радости и добра. Льется свет в наши сердца. Каждый вдох пропитан смыслом. Каждый звук как будто свыше. Нигде не бывает так хорошо, как будто рождаешься заново. Пускай энергия нашей земли пропитает наши мысли. Верить не только сердцем, но и делами, сохраняя наше достояние. Шум волны качает наши сердца. Пусть не угасает сила твоя. Красота пленяет, обновляет меня. На берегу великого Байкала. Дождь на Байкале. Собрались уже причаливать, и пошел дождь. Сегодня с погодой не повезло, небо очень серое. Вот, но надеюсь, что мы сейчас остановимся, согреемся чайком. Очень, конечно, прохладно. Поплывем на лодке до берега. Вот на этой лодочке. Итак, мы приехали. Точнее, приплыли на этот остров. Очень страшно на лодке мне было доплывать. Я впервые, на самом деле, плыла на лодке. Вот наш кораблик там стоит. И здесь вот такой вот каменный берег. И вот такие вот растения. Это иван-чай, мне сказали, отцветший уже. Который, короче, отцвел. Да, и у меня вот с пальцем такая беда приключилась. Я его прищемила вместе с ногтем. Поэтому, наверное, он теперь будет синий. Облизать, да. Ну да ладно. В общем, вот так. Сейчас у нас там костер уже такой большой. Сейчас наконец-то покушаем, попьем чай. А это бадан растет. Такой он зелено-красный. Похож на подорожник, мне кажется. А это брусника. И растет вот так вот. Никогда не видела, как она растет. Маленькие ягодки. Сегодня у нас такое достаточно теплое утро, ну, для Байкала. Я даже в шортиках. Вот я, не знаю, видно, но я в шортиках и в толстовке, потому что все равно как-то прохладно. Вот, но я думаю, что потеплеет гораздо раньше, чем в другие дни. Вот. И сегодня Байкал очень тихий, практически нет волн. Вот, жалко, конечно, что такой погоды не было вчера, когда мы на катере плыли, но все равно было интересно. Вот, я на лодке поплавала, хотя очень боялась. Вот. Но будет что вспомнить. И вот сегодня так спокойно. Надеюсь, что мы сегодня позагораем. Хотя у меня уже сгорел нос. Вот. Вот такая красота сейчас. Giving me is fiction. I'm a sorry sucker in this house.
with a whisper. Какая у нас тут штука летает? Вертолет. Управляемый. Ну, прям летает. Молодец какой, а? Ничего себе. Изобретатель. Сейчас, по-моему, на корабль будет. Это у вас как? Муж на дереве сидит, далеко глядит. Смешной какой. Наблюдает за мной. Это источник. Вода бьет из ключа. Очень-очень чистая. Кедр растет. Вот его шишечки. И очень вкусно эти шишечки пахнут. Вот прям маслом пихты. Не выглядят как розочки. Но еще пока они, конечно, не созрели в них, как кедровые орешки. Это только в сентябре будет. Вот. Я, кстати, плохо отличаю кедр от сосны. Но там они иголками отличаются, по-моему. Рыбка, рыбка готовится. А что это за рыбка? Омуль. Омуль. Картошечка. Чистейшая вода. О, это я. Сегодня мы уезжаем. Я очень сильно сгорела. Вчера было очень жарко, и у меня очень сильно сгорело лицо. Все щипит. Вот, но сегодня утро. Еще прохладненько. Вот, но все равно день обещает быть жарким опять-таки. Мы поедем вечером. Все, собираем наши вещи. Вкладываем все в машину. Все. Отпуск на Байкале закончился. Ну, пошла. Какие-то звуки бензопилы. Все, палатка наша разобрана. Вот так. 5 дней пролетели незаметно. Едем обратно с Байкала.